Как только вице-премьер переступала порог квартиры, она первым делом вручала презент и поздравляла с весенним праздником Курису Айт, после чего следовал диалог между чиновницей и хозяевами жилища. Семья Айтмухановых стала одной из тех, кому в гости пришла сама вице-премьер. Саида и ее супруг воспитывают 6 детей. Женщина имеет награду Кумыс-Алка. По категории «многодетная семья» в 2017 году они получили в ипотеку двухкомнатную квартиру. Ежемесячно семья выплачивает 47 тысяч тенге, плюс коммунальные услуги. С этой задачей они справляются. Единственное, о чем попросила Саида Айтмуханова вице-премьера, это помочь с трудоустройством сына и мужа. Старшая дочь у нас работает в поселке. 4 детей школьного возраста. Еще один сын совсем недавно вернулся из армии и сейчас не может трудоустроиться. Сама я работаю санитаркой в областной детской больнице. У мужа работы нет. До этого он работал на вахте, а на днях он зарегистрировался на бирже труда как безработный. Мы адресную социальную помощь не получали, потому что муж работал. Выплачивали мне только 16 тысяч тенге как обладательница Кумыс-Алка. Гульшара Абдыкаликова пообещала, что помощь в трудоустройстве будет оказана. Всего заместитель премьер-министра побывала в 4 многодетных семьях, одна из которых живет в поселке Подстепное. Олег Великий, Мирбула Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.